челы. Ушки должны быть на макушке, понятно? И где мы должны быть через 2 часа? На прослушивании у сэра Хамсты. Правильно, на прослушивании у сэра Хамсты. А Том, почему мы должны там быть? Чтобы попасть на рождественскую телевизионную феерию. Опять правильно. И если вам это известно, челы, почему вы так дерьмово играете? Но... Не тяни, болван. Рус, завтра ведь Рождество. Я не могу сосредоточиться, зная, что мама уже начала готовить праздничный ужин. Трещи в кулак, если мозги наперекосяк. Джой сделает котлеты в форме ангелочков, Рус. Котлеты? Вы говорите мне, фарш более важен, чем обалденный рифмы демоп? Будут не только котлеты, Рус. Еще будет жареный картофель, большие пельмени и острое жаркое. Ну ладно тебе, Рус, это же Рождество. Разве не кощунство работать в такой священный день? Хватит! Убирайтесь с глаз долой оба! А? Вы слышали, что я сказал? Вы мне не нужны. Том, ты только и делаешь, что отвлекаешь себя и всех. И Джей Ти, ты только и делаешь, что перерывы на ланч. Ваша мечта исполнилась. Устройте себе перерыв до конца своих ничтожных жизней, понятно? Рустер, ты не можешь поступить так на Рождество. Может и нет, но в сочельник я так поступить могу. Проваливайте. Как будто я когда-то нуждался в этих предыдущих. А? Тупак, чел, ты когда-нибудь перестанешь меня пугать? И тебе счастливого Рождества. А тебе нет. Йо, что бы это могло значить, болван? Это значит, заткнись о Рождестве, понятно? Я не хочу больше слышать о подарках Санте или другой подобной благостной чуши. Йо, чел, ты что с тобой? Ничего, просто пытаюсь быть реальным, чел. Эй, я серьезно? Сделай что-нибудь со своим праздничным настроением. С моим настроением все в порядке, приятель. Всего хорошего. Мистер Корнелиус, сэр. Я спешу, Моррис, ближе к делу. У меня сообщение от ваших родителей, сэр. Это имеет отношение к Рождеству. Послушай, последнее, о чем я сейчас хочу услышать, так это о Рождестве, понятно? Но сообщение содержит приятный сюрприз, мистер Корнелиус. Аста, бай-бай, Моррис. И закрой за мной дверь. И вам счастливого Рождества, сэр. Заткнись, болван. Рождество. Извини, приятель, ты опоздал. Что? Сэр Хамста набрал достаточное количество претендентов. Сэр Хамста лично требовал, чтобы я, Рустер Байрон, пришел на это прослушивание. Подожди-ка, ты сказал Рустер Байрон? Точно, единственный неповторимый. Не вижу в списке никакого Рустера Байрона. Свободен, приятель. А, эльфы, проходите, ребята. Йо, что за дела, братух? Ты пропустил их, даже не взглянув в список. Эльфы всегда приветствуются. Значит так, я Рустер, супер-пупер мистер Рифм, не могу пройти, а эти левые эльфы могут? И все только потому, что натянули на себя зеленое шматье? Счастливого Рождества! Ну и ладно. Эй, Санта, знаешь, что я восхищаюсь тем, что ты тут делаешь? Правда? А мне показалось, тебя рассердило то... Не-не-не-не, видишь ли, я перепутал тебя с другим, плохим Сантой. Я торчу от того, что ты делаешь, ну, типа, это гуманизм и все такое. Послушай, ты тут весь день на своих двоих все звонишь колокольчик. Чел, ты, наверное, и ног уже под собой не чуешь. Да, я немного устал. Почему бы тебе не пойти немного прохладиться? Ну, передохнуть там. А, я бы с удовольствием, но не могу идти. Меня за это уволят. Знаешь что, я бы мог тебе подменить. Это будет мое доблестное рождественское деяние. Эй, Санта, счастливого Рождества! Нет. Тупак, это ты? Нет, это Ванилла Айс. Какого ты делаешь вне моего зеркала? Я же сказал, мне кое-что донести до тебя надо, чел. Это ждет? Нет, чел, и поверь мне, потому что знаю, что говорю. Речь идет о спасении твоей души. Моей чего? Тупак, ты опять за свое. Что для тебя ничего не значит, то, что твоя душа в смертельной опасности? Почему у меня должны быть проблемы с душой? У меня, кстати, еще одна про запас есть. Мужик, ты хитростью выменил костюм Санта у чела, который собирал деньги для благотворительности, и теперь хочешь хитростью проникнуть на этот конкурс? Ну, а в чем дело? Дело в том, что готовься, чел, потому что когда часы пробьют 12, тебя ждет большой сюрприз. Послушай, у меня нет времени на сюрпризы, понятно? Мне нужно туда, так что поговорим позже.
Надо кончать с жирными пончиками, у меня от них глюки. Извините, я... Такой худой, что мисс Клаус плохо тебя кормит? Подожди секундочку, тебя нет в списке. Что? Шучу, счастливого Рождества. Расшутился, придурок. Я-то знаю, где ты живешь. Эй, ты! Я все объясню, я... Ничего не надо объяснять, сынок! Ты единственный пришел в подобающем случае костюму! Так давай посмотрим твой номер! Ну, малыш, номер, конечно, не очень, но другие еще хуже. Ты принят. Сэр Хэмстер, я даже не знаю, как вас благодарить. Да ладно тебе, главное, приди в костюме. В костюме? Конечно, не вопрос. А, Корнелиус, мы как раз хотели поговорить с тобой. Ну, я в наличии. А какой из них мой? Зеленый. А, маловат будет для домашнего кинотеатра с DVD Dolby Surround. Узнаешь, что это такое на Рождество? А можно я сейчас открою? Потому что завтра не смогу. Я буду на конкурсе талантов сэра Хамстера. Что еще за конкурс такой? Это концерт. На Рождество? Послушайте, этот день такой же, как и все остальные, понятно? Я и так с вами постоянно вижусь. Корнелиус, Рождество не такой же, как все остальные день. Это единственный день, который мы проводим вместе. Извините, но я не хочу предпочесть коктейль такой балдежной возможности. Ну что ж, ты пожалеешь, если пропустишь праздник. Это единственное, что я могу сказать. Но, дорогой, ты не должен позволить Корнелиусу сделать это. Только так он сможет выучить этот урок. Не хочу я никакой урок, я хочу подарок. Что за дела? Тупак, что тут происходит? Извини, чел, ты принял меня за кого-то другого. Я не Тупак, я дух Рождества минувших лет. Послушай, Тупак, ты или нет, это не смешно. Послушай, но сделано в Корее. А теперь отправляйся обратно в зеркало. Не отправляюсь, пока не выучишь свой урок. Сейчас в школе рождественские каникулы, придурок. Учиться не нужно, и хватит уже снег метать. Что это за недоноски? Это ты, JT, придурок. Ничего подобного. Эти дети тоска. Ты не дух Рождества минувших лет, скорее дух рождественской тоски. Человек должен увидеть свое прошлое, чтобы постигнуть будущее. Послушай, дерьмово уже то, что ты говоришь как Йода. Так мне еще приходится слушать эти ужасные мелодии. Мы не могли петь так плохо, заткнитесь. Они не слышат тебя. Тогда почувствует. Эй, кто это сделал? Эй, посланец небес, ты видел, кто запустил меня снежком? А, понятно, он француз. Да кем бы он ни был, он слушатель. Давай споем. Зергут. Образый мухан танец. Мили-ванили. Мили-ванили? Не нужны нам никакие танцульки. Ну, не знаю, а может, это идея плохо? Понял. JT, а не я, был тем придурком, кто пригласил нашу группу Тома. Ну ладно, Тома, пора тебе сваливать. Эй, этот приятель что надо? Что? Да он прям как Джексон ходит. Может, возьмем его к себе? Ребята, я вас послушал, и, по-моему, у вас здорово получается. Как называется ваша группа? Мы The Mob. Мы The Mob. Я, The Mob. Эй, ты иностранец, мы The Mob. Не знаю, по-моему, The Mob звучит хипово. Все было не так. Это я придумал про The Mob. Ну, The Mob, заходите на горячий шоколад и печенье. Шоколад. Во-первых, мы The Mob. А во-вторых, мы не играем ради какао и каких-то печенюшек. Своей игрой мы завоевываем авторитет. Ну, если передумаете, заходите. Рус, а может затравим червяка-то? Ну, типа перекусим. Кажется, похолодало. Я, шоколад. Извини, приятель, это только для The Mob, то есть The Mob. Я, The Mob, The Super Hip. Послушай, мы же JT идеальный дуэт, понял, нам не нужен третий, понятно?
Я никогда не хотел, чтобы в нашей группе был этот европейский идиот. Это была идея Джей Ти. Смотри, я не позволяю ему пойти с нами. Ладно, иди сюда, французишка, твой шоколад остывает. Все это вранье, извращение правды. Уведи меня из этой тюрьмы фальшивых воспоминаний немедленно. Хотел я пригласить всех поклонников популярной музыки. Ты слышал, что я тебе сказал? Убери меня отсюда, верни меня в реальную жизнь. А ты выучил этот урок? Да, выучил. Верни меня обратно. Тупак, верни меня. Вау, ну и сон, приснится же такое. О боже, сегодня же Рождество, шоу начинается совсем скоро. И куда ты пошел? Тупак, я же сказал, отправляйся обратно в свое зеркало, ты меня пугаешь. Я не тупак, я дух рождественского подарка. Приятель, ты в этот раз еще более прямолинеен. Хватит уже, к тому же, что это за фича такая с рождественским подарком? Слушай, давай я тебе подарю что-нибудь попозже, и мы в расчете, окей? К чему такая спешка? Мне нужно к сэру Хамста. Ну прям как у Стиви Уандера, понятно, что ты ничего не понял. Ничего не понял? Да я понял, что был придурком, слоняясь вместе с Джей Ти и Томом. Они были лузерами тогда, остались ими и сейчас. О боже. Мягкое приземление. Заткнись ты, дух рождественской очевидности. Вау, ты прям настоящий дух. Вверх аж на 2 этажа. В следующий раз воспользуюсь лифтом, он хотя бы теплее. Знаете, это так непривычно отмечать Рождество без Корнелиуса. Да, гораздо лучше. Тара, ну это правда, он эгоист, зачем ему вообще что-то давать? Он не заслуживает этого подарка, не говоря уже о большом сюрпризе. Фильтруй базар. Ой, Рустер! Что, она заслужила? Догадываешься, почему я здесь? Что это было? Фигня все это. Рождество — это тра-та-та, бла-бла и распевание коктейлей, понятно? Ой. Я вытру, мадам? Это Рождество, Моррис, отдыхай. И будь любезен, передай мне салфетку. Конечно, мадам. Странно, но такое чувство, как будто Корнелиус сейчас здесь с нами. Да, просто не верится, что его нет сегодня с нами. Без него все по-другому. Слышал, Рустер? Рустер! Плавки? И это мой большой сюрприз? Рустер, материальные вещи порой не столь важны. Плавки? Я хотел домашний кинотеатр. Слушай, чел, вся твоя рождественская байда такая тоска. Единственное, что я понял, мои друзья лузеры, а семья покупает неотстойные плавки. О, чел, опять это. Ага. Представить не могу, Джоя, что ты могла с помощью железа запечатлеть картинку рождения Христа. Ну, мне говорили, что я очень хорошо управляю с желатином. О, да, это еще один урок. Он научит меня в Рождество держаться подальше от этого места. Ты только посмотри на это. Привет, Том. Ангел желает тебе счастливого Рождества. Том, что ты делаешь? Машу ангелу. Странно, твой кузен Альфонс тоже всегда так делал. Опа. Эй, что такое? Кто-то кинул меня чем-то липким. Может, это был ангел? А, прикольно, поступить так было бы в духе Рустера. Эй, вот я и думаю, кого не хватает? Вы, ребята, всегда напоминаете мне эту троицу из Студжес. О, я хочу быть Кёрли. Так где же он? На телевизионном шоу. Точно, тупак, верни меня. Что, Рустер отправился туда без вас, парни? Да. Ну и ну. Это наша вина, мы подвели его. Да. Это в Рождество? Не думаю. Мы должны быть с ним, он ведь наш лучший чел. Тупак, ну давай же, верни меня. Как меня зовут? Да ладно тебе. Говори. Ладно, дух рождественского подарка, пожалуйста, верни меня. Так ты выучил этот урок? Да, да, я понял, что семья любит меня, а челы уважают. Вот, верни меня. Не думаю, что ты понял хоть что-то. Наконец-то. Вау. Клёвый прикид. Откуда косу взял? Она моя. И я настоящий.
Да, а я Санта-Клаус. Корнелиус Байрон, я дух Рождества будущего. О, Тубак, опять ты, но ты себя превзошел. Да, это большой шаг вперед со времен приклеенных усов. А еще маска-то, а? Вау, прям как настоящая. Как будто сделана из... Гости? О нет, я читал о тебе. Ты чел с косой. Не чел, а смерть. Смерть? Да ведь еще одна фигня. Нет, чел с косой — это фермер. Фермер? Тогда совсем не страшно. Но ведь это метафора. Что? Метафора жизни и смерти. Вау, а это уже страшно. Ну что тебе от меня надо-то, а, парень? Хочу показать тебе твое будущее. Оно реально, если ты будешь продолжать вести себя в том же духе, другими словами, так же плохо. Чел, а что мы делаем в Вегасе? Хотелось бы, чтобы мы были в Вегасе, но это Логлин, Невада. И это еще одна метафора смерти? Это хуже, чем смерть, слушай. Знаешь, это совсем не я. Ты показываешь мне не то рождественское будущее. Присмотрись. Хочу поблагодарить вас за то, что пришли сюда на Рождество. Не могу выразить, как мы с ребятами счастливы быть здесь такой особенный день. Подожди-ка, это Том? Точно. Дешевый шоумен? Вот это страшно. А, понятно, ты показываешь мне, что случится с Томом, если я его оставлю. А как насчет JT? JT немного похудел и организовал свою группу. JT стал похож на Рики Мартина? Да, только помощнее. Вау. Что смешного? И я отвечаю Санди. Так вот почему называется он Северным полюсом. Спасибо, Рус. Подожди, он только что сказал Рус? Не может быть, чтобы это был я. Ты — это не я, ты фальшивка. Эй, Рус, потише, ковбой. Не хочу, чтобы кому-нибудь стало плохо. Это не я. Не может быть. Пожалуйста, мистер, дайте мне еще один шанс. Обещаю лучше ко всем относиться. Пожалуйста. Йоу, эй, парень. Сэр Хэмстон? Поднимайся, иди на сцену, эльфы совсем от рук отбились. Извините, мистер Хэмстон, я не могу. Ты что? Я должен быть со своей семьей. Но почему? Это же Рождество. Ты только сейчас это понял? Да, мне пора. Счастливого Рождества! О нет, приятель, совсем забыл, я же взял твой костюм. Ох, не парься, мне еще один выдали. Нет, я должен рассчитаться с тобой. Я же сказал, забудь. Пожалуйста, скажи, что мне для тебя сделать? Пожелай все, что угодно. Ну, тогда оставь меня в покое. А? Ты меня немного пугаешь. Пожалуйста, иди куда шел. Да? Ну ладно, оставляю тебя в покое. Счастливого Рождества! Всем счастливого Рождества! Эй, я дома! Счастливого Рождества, мои! И вам того же, мистер Корнелиус. Где они? Где мама и папа? Где Тара? Их нет, сэр. Нет? А где они? В круизе на Багамы. Они уехали в аэропорт около часа назад. Багамы? Да, сэр. О, нет. Так это был тот самый сюрприз, да? Вот поэтому они подарили мне те дурацкие плавки. Невероятная дедукция, сэр. Браво! И они уехали без меня? Но вы не дали им ни единого шанса, сэр. Понимаю, это не Багамы, но можете присоединиться ко мне, мистер Корнелиус. Я как раз смотрю рождественскую вечерю. Не знаю, в курсе ли вы, о чем речь, но могу... Нет, спасибо. Знаешь, вся эта рождественская тематика немного набила оскомину. А? Том, JT! Мои лучшие челы! Привет, Рус, как настроение? Лучше не бывает. Но что вы тут делаете, ребят? Мы смотрели ту рождественскую программу, но тебя там не было. Ну и мы начали переживать. Я решил забить на нее, не хотел зажигать без моих челов. Правда? А то. У вас еще остались те котлетки в форме оленей? Да, пошли. Моррис, хочешь с нами? Хоть какое-то предложение звучит заманчиво, Корнелиус, но мне и здесь неплохо, спасибо.
Слушай, а откуда ты узнал про оленей? Это длинная история. Ты имеешь в виду... Что ты имеешь в виду, Рустер? О, Мелла! Отстань от меня! Эй, куда вы, ребята?